Слушай свое сердце, прежде чем с ним попрощаться. Слова из припева известного в мире хита группы «Роксет» почему-то сразу вспомнились, когда узнал новость. В Ханты-Мансийске успешно прошла первая в Югре операция по пересадке донорского сердца. Шлягер, конечно, о любви, но ведь и вправду сердце способно говорить. И не только о чувствах между людьми. Порой годами оно сообщает своему хозяину: «Выдерживать ритм буду недолго, поторопись». Пациент оказался очень непростой. 59 лет, ишемическое осложнение после инсульта. Медлить нельзя. Впрочем, и спешить тоже. К операции югорские врачи готовились в течение 2 лет. Потом пандемия, из-за которой операцию пришлось отложить. Но сердце человека сказало: «Я на грани». Врачи сработали уверенно, как точный часовой механизм. Ровно 255 минут у операционного стола и облегченный вздох всей команды. Вот этот момент, когда новое сердце вшито в организм реципиента, снимается зажим с аорты, и сердце начинает биться, то это такой момент большой победы всей бригады. Но опять-таки могу сказать, что за счет того, что мы долго к этому готовились, работали над этим, и в тот день сама операция, все прошло очень гладко. Мы быстро отключились от искусственного кровообращения, перевели пациента в реанимацию, и ранний послеоперационный период был без каких-то осложнений. Когда новое сердце восстановило правильный ритм, медики закончили искусственное кровообращение и перевели пациента в реанимацию. Месяц реабилитации, и человек готов к выписке. К сожалению, взять интервью вновь рожденного, в буквальном смысле, пациента пока не получается. Врачи рекомендуют тишину и покой, эмоции лишние. Однако сами делятся переживаниями. Говорят, права на ошибку не было. В случае пересадки сердца нет, конечно, никакой возможности маневра. То есть в случае отторжения почки мы можем снова вернуть пациента на диализ и обеспечить ему жизнь. Да? В случае пересадки сердца здесь нет права ни на какую ошибку. Поэтому здесь должна быть четко выверенная техника и работа, слаженная работа всей бригады, всей команды, не только той, которая находится в операционной и выполняет непосредственно операцию трансплантации, но и той, которая готовит пациентов к этой трансплантации, обследует их до и обследует затем после с целью подбора правильной терапии. Наблюдали за операцией специалисты Московского института трансплантологии имени Шумакова. Для информации, это главный в России институт, что изучает трансплантологию и занимается пересадкой органов уже 50 лет. И один из лучших в мире. Мне довелось побывать здесь, и я остался впечатлен. Главная цель моего визита – интервью с Сергеем Готье. Это человек-легенда, без преувеличения. Академик, светило медицинских наук, один из отцов-основателей отечественной трансплантологии. Сергей Владимирович без лишних церемоний пригласил меня на операцию. Посмотреть, конечно. Знаете, всегда представлял, что операции проходят в идеальной тишине, только команды хирурга и звуки кардиографа. Оказывается, музыка нынче чуть ли не обязательный элемент процедуры пересадки, как зажим и скальпель. Классический рок-н-ролл приветствуется. Слышите? Вот это я слышал еще
В 92-м году в Небраске. Свою карьеру Сергей Готье начинал тогда, когда слово «трансплантация» было совсем еще незнакомым, заморским. В те времена бытовал стандарт, мол, пересадке подлежит только тот орган, что от родственников, иной не приживется. Но наука на месте не стоит, и сегодня подобные утверждения... Полная дурь, потому что, конечно, если первая трансплантация почки, выполненная в 54-м году от близнеца к близнецу, понимаете, действительно родственная трансплантация, то само по себе родственные отношения, они практически не влияют на течение послеоперационного периода и выраженность реакции отторжения. Конечно, бывают иногда совершенно сногсшибательные какие-то случаи, когда орган по антигенам, абсолютно, так сказать, по половине антигенов он совпадает, ну, например, мать-дочь, мать-сын, да? А все равно он дает отторжение, с которым приходится работать и лечить это отторжение, но надо сказать, что это бывает редко. Кстати, операцию, что лицезрел ваш покорный слуга, проводили 10-месячному малышу. Пересаживали фрагмент печени от мамы. Все завершилось благополучно. После хирургического кабинета зашли в постоперационные палаты. Курс реабилитации проходит Евгений Аксенов. 40 лет. Накануне пересадили сердце. Человек был на грани смерти. Тяжело было, как вообще, не знаю, как я сюда, чудом попал сюда просто. Чувствовал себя вообще отвратно. Не знаю, просто еле ходил даже. Задыхался. Планово он хорошо реабилитируется. Пока вот у него стоит временный водитель ритма. Вот, иногда это требуется после операции, пока уже новое сердце, трансплантат садаптируется к новым условиям. И синусовый узел, который водитель ритма в нашем сердце, начнет работать нормально. Югорским трансплантологом Сергей Готье поставил за работу крепкую пятерку. Заметил только, что эта пересадка сердца — лишь начало пути. Наши врачи способны на большие подвиги. Главное, чтобы не мешали. Главное, чтобы не ставили палки в колеса путем каких-нибудь наездов прессы. Там дальше пойдет прокуратура. Прокуратура поищет, ничего не найдет, но, как это, ложечки нашлись, а осадочек остался, понимаете? Да. Да. Вот такие вот происшествия, которые, ну, на протяжении моей деятельности в этой области, почти 30-летней, они каждый раз останавливают процесс развития. Выбраться из этой ситуации, и чтобы снова начать, надо иметь определенное, ну, в общем, мужество и профессиональный, что ли, такой, жесткость профессиональную. Еще одна важная деталь. Трансплантологи говорят, что сама операция с чисто технической точки зрения не представляет особых проблем. Главная проблема – это готовность общества понять и принять тот факт, что после внезапной, например, смерти отдельного ее индивидуума, органы живые и вполне работоспособные могут спасти жизнь другим людям. По констатации смерти мозга мы имеем право в течение 6 часов выполнить эксплантацию органов. И когда такой человек, такой материал у нас появляется, мы берем образцы крови, проводим исследования и определяем, что органы того или иного погибшего человека могут подойти пациентам из листа ожидания. Кстати, мой коллега Олег Зорин накануне провел небольшой опрос жителей Ханты-Мансийска. Вопрос такой: готовы ли они делиться в случае смерти собственными органами и получать донорские, если такая необходимость возникнет? Смотрим. Как вы считаете, этично ли пересаживать органы одного человека другому? Ну, это сложный вопрос. Ну, думаю, да, если один человек не против, а второй нуждается в этом. Да, конечно, оправданно. Кого-то уже можно спасти, одного из двух. Если одному человеку не нужно, допустим, он там умирает, а другому спасем жизнь. Почему нет? Я бы хотел, чтобы кого сажают на пожизненно, у них органы брали и пересаживали.
Ну а как? В смысле, например, маньяк, он кучу людей как убил, не убил. А у нас раз морально лаборатория стоит на смертную казнь, хотя бы так. У меня нет никаких религиозных предрассудков, поэтому я бы как бы даже мог бы свои тоже органы там пожертвовать. Ну, если бы в случае там какой-то внезапной смерти. Может, кому-то другому она поможет. Согласились бы, чтобы вам пересадили органы другого человека? Не знаю даже. Наверное, нет. Хотели бы стать донорами посмертно, могли бы? А, да, это да. Конечно. А чего бы нет? Вполне. Считай, если, например, ты умер, там, к примеру, сердце остановилось, а почки там здоровые, там, да, печень здоровая. Конечно, помогло. Разбирайте, чего бы нет. Не уверен. А, то есть ты хочешь забрать чужое, а сам делиться не хочешь, да? Вот так вот наши пути разошлись. Между тем, первая трансплантация в Югре проведена 7 лет назад. Начинали с почки, потом и до печени добрались. Теперь вот и сердце заменять научились. В пересадке этого органа сегодня нуждаются 12 югорчан, и еще 17 имеют к этому показания. Наверное, чего ждем в ближайший год-два, что в округе появится еще как минимум одно учреждение, где будет работать окружная программа трансплантации, где она будет расти, развиваться, число пациентов, которые смогут такую помощь получить, будет увеличиваться. И вот поверьте, зная сегодня возможности не только ханты-мансийской, но и сургутской медицины, там к этому тоже сегодня коллективы находятся очень близко. И напоследок, эта фотография называется «Кардиохирург после 23-часовой операции». Сделана она в Польше в 87 году. Врач Збигнев Релига наблюдает за показаниями нового сердца пациента. Ассистент от усталости просто рухнул спать в углу операционной. На другой фотографии пациент. Он прожил еще 3 десятилетия после пересадки. К чему я клоню? Тут никаких откровений. Наука каждый год эволюционирует. И теперь вместо суток на операцию по пересадке сердца требуется 4 часа. Кто знает, может, и искусственные моторы вскоре придут на смену донорским. Когда-нибудь.